Всем привет, меня зовут Надя Шмафина, мы сегодня поиграем в демку игры, которая называется Doors Paradox. Вроде бы это какая-то головоломка, завязанная на поворачивании дверей. А поскольку эта демка, она на английском... Так, кликните на картину, чтобы ее это увеличить. Ага, дерните, чтобы снять. Возьмите объект. Шестеренка. Правый клик отзумивает. Сейчас свипните нахрен. А, вот как. Так, кликните на машину и затащите туда шестерню. Поверните. Ну все. Дверь полетела. А, это лифт. Оригинальный лифт. Так, и что тут? Тут человек, его надо открыть. Так, что тут еще есть? Книжка. Так, это ключ, он, наверное, от мужика. Ой, я все уронила. А, добро пожаловать в мою реальность. Я Зула, и я буду помогать тебе в этом путешествии. Это, видимо, котик. Ну-ка, что тут? Откройте. Это нет, не откроется. Что это? Это какой-то... Так, а тут что? Нужен человек. Но тут не сработает, тут нужен человек. Ну тут понятно, тут все не работает. Тут я уже взяла все. Так. Ты что такое? Ой. Выкинула к чертовой матери все, что могла. Но мне нужен ключ. А вот эта хрень вставляется в человека. Где здесь ключ? А, вот он. А чё я сразу вытащить не могла? Дурашку, потому что. Все, вылазь. Вылазь, человек. Кукла. Куклу надо сюда. Берем куклу. Затаскиваем ее вот сюда. И ключ. Поворачиваем. А руки моют. А, вот. Это какие-то намеки на Леонардо да Винчи, да? Я открыла дверь. Котик! Котик огладить! Куда побежал? Так, первый уровень завершен. Второй. Сказочная сказка. Так. Что это? Здрасте. Куда? Куда? Стой! Там окно. Я играю за кота, да? Так, еще один. Это что? Ты чё можешь найти много чудес тут? Так. Это штука, которую я вечно забываю, как называется. Монтировка. Так, ну тут нужен ключ. Так. Медальон. Это что у нас? Крутить, вертеть. Так, и что это? Кольцо. Выходи. Тебе там не место. Там попугайчик должен сидеть. Это не попугайчик. Это шестеренка какая-то странная. Это что такое? Это монтировкой надо. Монтировкой. В смысле, монтировкой? А. Подожди, там что-то по-другому меняется. Подожди. Эти. Они получат... А, во. Во-во-во-во-во. А, ну вот сюда вот это на все кольца надо. Но у меня других не хватает. Надо еще. Что тут? Наверх, наверх нельзя? Опусти. А, вот.
Выходи. Так, вот еще одно. Еще одно кольцо. Так, и надо что-то починить. Что надо починить? А как надо починить? Ну, почти. Я понял. Вот. Так, и что там? Ключ. Все, я могу выйти? Выйти или зайти, я не знаю. Я выхожу или захожу? Непонятно. Котик. Котик и бормотик. Стой. Заведет меня однажды этот котик в такую жопу, не выберусь из нее. Никогда в жизни. Токсические истории. Беда. Сейчас руки туда суну. Игрушка. Так, ядерный кошмар тут. Чернобыль. Что это? Форма. Это вам не надо. И это вам не надо. Все, это вам не надо. Так, ключ. Есть что сломать? Ну, я точно за кота играю. Кювет. Как это работает? Не знаю. Это что? Это что? Только не говорите, что это такие игрушки, где надо вытягивать это все. Блять, и как? А оно не. А, нет, ну иди, это работает. А оно не поедет. А, ну да. Так, мне надо вот это вытянуть. Подожди, нет, подожди, подожди. Вот так. А, ну это несложно. В итоге это оказалось легче, чем я думала. Что это? Что это такое? Не знаю. Это что? Ядро реактора. Нормально. Ключ. Это сюда. Так, выходи. Проваливай. Ой. Да выходи ты. Ты дурацкая. Ты дверь открывайся. Так. А ты встретишь... Падение и ошибки. Ты это на что намекаешь? Я что-то неправильно делаю? Не работает. А если так? Так и зачем это мне? Ч?
Что там надо? Не понимаю, что я делаю, но вроде работает. Сидит? А куда это? Туда? Ну, вниз ее нету. Какой интересный способ открыть дверь, кто мог подумать. Кот, ты хули там делаешь? Глупый ты кот. Инфернальный огонь. Дурость. О, это мое. Не бойся, твой разум играет с тобой всякие штуки. Воронка. Вороненка. О, здрасте. Отдай. Это тебе не надо. Можно в глаз тыкнуть? Хрен там плавал. А чё, за что игрушку посадили? Кому ничего плохого сделали? Кусок пазла и книжку. Вот с этим явно можно поговорить. Смотреть на него можно. Так, нож. А, нож! Я знаю, куда нож. Что? Что, что? Вы поменялись? Хочешь книжку? А чё? Подожди, там же был этот. А, это зависит от того, в какую сторону. Да. Отличная музыка. Ключ. 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 Подожди, а ворона? Ворона, ты куда? Ты чего? Нет, ты нет. А книжку кому? С тобой что не так? Хочешь ключ? Медальон. Может, в вороне? Так, и чё ворона? Каркнула во все воронье горло? Что это? Не знаю. Пятнашки какие-то очередные. Да, походу, да. А, это так? А, так это просто. Так это просто. Так, и что я устроила? А я не очень понимаю, куда что должно быть. А, ну почти. Только не кусает. Не кусает. Не хватает. Вот, все нормально. Попало? Все правильно? Че? Че надо-то? Че хотите? Книжку хочешь? Что-то не понял. А мне ничего не дали. А, протягивать. Просто протягивать. Дерево нахрен сгорело. Добаловалось. Че это? Знак.
Ну, туда книжку, да? На. А подожди. Верхушка. Так, сейчас я это... Стой. Вот. Нет. Подожди. Тут надо как-то правильно вывести все одним движением. Правильно я понимаю? Прямая, 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 прямая. Прямая, 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 прямая. Сойдет? Сошло. И котик. Он явно служит чему-то нехорошему. Раз таких прикол тут странные. Так. Пиратский остров. Привет. Привет, попугайка. Да, привет, привет. Так, а что тут еще есть? Можно сломать? А, нет, это просто корабль в бутылке. Блин, очень понятно. А-а-а, даже так. Подожди. Джабо Кац. Жаба Кац, а как мне? Она не работает. Чего-то не хватает. Это я все поломаю. Имею право. Ломать не строить. Крюк. Но тут не откроется. Хочешь, тебя крюком замочу? А корабль хочешь? Ну ладно, как хочешь. Не хочешь, не хочешь. Вот, старую не надо, новую поставить. Ну прикольно, только мне это не поможет. Вот, вот это мне надо. Кусок пазла. Ну это тоже давай. На сдачу. Сойдет? Там жабо кац. Подожди. Да. Стой, стой, стой. А как мне? Стоп, что? Не понял. А я не могу другие передвигать, только эту? А если я не могу другие передвигать, в чем смысл? Как вы предлагаете мне это делать? Чуть не понимаю. А, вот так. Вот. Жа. Не туда. Жа. Иди сюда. Жабо. Жабо. Нет, это не это. Вот это ты. Вот так. Иди сюда. Кац. Вот, заработала. Блять, а нахрена стол сломали? Какая странная система. Ключ, ключ. Ключ это от сундука. Иди сюда. На.
открывайся. Свечка. А это к динамиту, может? К динамиту хочешь? Мне надо ее зажечь. А есть огонь, есть огонь. Вот и огонь. Там из попугая сделаем эту куру-гриль. Сейчас ебанет. Ну да, съебался. Правильно, целее будет. Ты выйдешь... Ты проживешь множество приключений. Да? Ладно. Крюк. А что, запустите меня? Там кот меня ждет. Типичный кот сидит за дверью, не понимает, что происходит. Пятый уровень. Шестой. Абсолютный заказ. Так, ключ. Ого. Ты, наверное, будить? Улитка, не спи. Ой, сломал что-то. А ну, чинись. А, это вот как надо чинить. Интересная ваза, сама чинится. Так, и что там? Прах покойного дедушки? Нет, часть механизма. Так, и что это? Это что за... Ну-ка, быш, кэш. Вы уходите. Так, ну это кусок сюда. Моя судьба все ломать. Я этого непременно рада. Так. А, типа, не вини себя, если что-то не понимаешь. Все придет со временем. Котик меня жизни учит, оказывается. Скотобаза такая, мохнатая. Все сейчас механизма. Мать-перемать. Вот. Совет. Так, фигура шахмат. Надеюсь, шахматы играть не придется. Я в них играть не умею. А, там это, поехало. Опа. Только не шахматы. А что это? Прикольно, а что это? Надо. Боже ты мой. Ебануло. Аж двери починились. А чё, выпусти меня? Куда? Какие эти? Какие вазы? Там кот ждет. Шестой уровень закончен. У загадки, кстати, не слишком сложные, но приятные. А, все, она закончилась. Ну вот такая вот демка, то есть это было 6 уровней, а всего, видимо, в полноценке будет около 58. Игра, в принципе, приятная, несложная, такая расслабляющая, я бы даже сказала. Нарисована очень красиво. Так что вот такие вот дела. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. Всем спасибо и всем пока.